По сложившейся традиции, каждое воскресенье в музее-заповеднике Горки Ленинский организовывают концерты для любителей музыки. Так артисты театра Покровского исполнили для слушателей арии из оперы, романсы и песни и назвали свою программу «Не только классика». По диплому мы все оперные певцы, поэтому большую часть времени мы всегда поем чистую классику. Это арии из опер, классические романсы, но учитывая специфику сегодняшнего концерта, нам хотелось немножко разнообразить программу и добавить какие-то, оживить концерты, добавить более популярные и известные произведения. Александр Чернов – тенор и Тимофей Павленко – бас. Каждый из них выбрал к искусству разную дорогу. Например, Александр, впервые услышав оперную музыку в Большом театре, понял, что он хочет быть певцом и последовательно шел к своей мечте. Вскоре, будучи студентом, он познакомился с Тимофеем, и с тех пор общая любовь к музыке связала их на долгие годы. В Горках Ленинских они представили оригинальную программу. Зрители насладились произведениями Верди, Звиридова, Чайковского. Очень сегодня концерт понравился. Я в восторге. Спасибо всем. Спасибо директору музея, что он это для нас организует. Я просто в восторге. Спасибо. Нам очень понравилось. Впечатления замечательные. Молодцы. Главное для артиста – это передать зрителям те чувства и эмоции, которые он испытывает сам. Реакция зрительного зала – лучшая оценка творчества исполнителя. На сцене, конечно, хотелось бы передать какой-то смысловой посыл произведения. Когда уже ты выходишь из зала, конечно, хотелось бы чувствовать отдачу того, что ты донес, и люди почувствовали это. Если все удается задуманное, и ты чувствуешь, что ты сделал свое дело, то ты испытываешь, конечно, большую радость. Впереди солистов театра Покровского ждет концерт в музыкальной академии, к которому они уже начали подготовку. Александр и Тимофей получают удовольствие от своего творчества и всегда стараются радовать зрителей чем-то новым и интересным. Поэтому все, кому удается хотя бы раз увидеть и услышать вокальные произведения в их исполнении, становятся поклонниками артистов. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.